Христос и я — два полюса далеких. Он свят, Он чист, как белые снега. Моя душа страдает от пороков. Осмелюсь ли на святость посягать? О нет, в святом я не имею части. Я грешница и рождена в грехах. В Иисусе мир. Во мне бушуют страсти. Нет страха в нем, меня терзает страх. Он терпелив, во мне терпение крохи. Горит огонь в нем, в моем сердце лед. Дарит он радость, я печаль и вздохи. Он над землей, мне недоступен взлет. Прощает он, прощать я не умею. Он милостью богат, я не щедра. Зло побеждает он, а я робею. Он свет зари, я долго жду утра. Он кроток и смирен, мне гордость ближе. Послушен он и непокорна я. Чем выше мой Спаситель, тем я ниже. Его зовут любовью, не меня. Принадлежит Иисусу совершенство. Он выткан из любви и доброты. И кажется мне не достичь блаженства небесной кротости и чистоты. Не раз пыталась я стать совершенной, и по ступенькам поднимаясь ввысь, и шаг один, и снова в плоти тленной терпела крах и скатывалась вниз. Увы, старания были безуспешны. Измучившись, я падала без сил и оставалась нищей, жалкой, грешной, а он сиял, как солнце, Божий Сын. Я думала, что Он недосягаем, но Бог открыл мне слово о кресте, и вспыхнула вдруг ярче весть, благая о силе и богатстве во Христе. Сказал Иисус пред смертью, совершилось, и под крестом подведена черта. Голгофский крест, спасение и милость, и жизни христианской полнота. Когда страдал Иисус в смертельных узах, Бог в Сына Своего мой грех вложил. Он смертью наказал меня в Иисусе и вместе с Иисусом воскресил. И более, не только спас, прощая, но посадил с Христом на небесах, чтоб, веруя в небесное, желая, а вера совершает чудеса. Чтоб я могла поверить дерзновенно, сказать то, что апостол произнес о таинстве великом, сокровенном. Живу не я, живет во мне Христос. На детях Божьих царственное звание, святым народом их назвал Господь. На душах положил день покаяния печать небес, чтоб побеждал дух плоть. В спасенных Иисусом сердце бьется, способное любить и сострадать. И тайна эта каждому дается, кто верою воспримет благодать. Иисус и праведность моя, и святость, моя надежда и моя любовь. Мой мир, мой рай, тепло мое и радость, защита от врага и мой покров. Я часть Христа, дитя Его земное. Сокроюсь в Нем я днем или в ночи. Чтоб ни случилось, Он во мне, со мною. Кто может нас с Иисусом разлучить? Ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни силы, ни высота, ни глубина, ни время, ни течение, ни могила не разлучат от Господа Христа. Молитва на устах – и аллилуйя за то, что в Иисусе нам дано. С Ним жить могу и умереть могу я. Христос и я и Христос одно. Слава Богу!